Ишимские сотрудники МЧС готовы оказать помощь замерзающим на дороге. В городе дежурит мобильный пункт обогрева. Он оборудован на базе автомобиля «Соболь». В нем есть электрогенератор, 5 пар валенок, 5 комплектов теплой одежды и термос с горячим чаем. В этом году обращений не поступало, однако за прошлую зиму было 10 вызовов. 25 человек получили помощь, в том числе 3 детей. Все осложняется аномально холодной погодой и неготовность, так скажем, водителей, да, кто бывает на летней солярке ездит, да, получается, что из-за различных ситуаций, где-то может неисправность автомобиля, где-то АКБ подвела, все телефоны у нас, получается, имеются, сообщают нам непосредственно ЦППС, мы выезжаем, реагируем немедленно. Выезжает у нас автоцистерна с личным составом, которая также окажет помощь по обогреву, по деблокированию там автомобиля, да, из кувета. Ну, то есть всестороннюю помощь оказывается немедленно. Пункт обогрева работает в радиусе более 100 километров. Он выезжает до границ Омской и Курганской областей Казахстана и Галышмановского городского округа.